8 утра, а я уже не сплю. Катастрофа. А еще у меня в сумке морковка. Как говорится, без комментариев. Мы приехали в деревню. Зойка и Лилька. Сейчас пойдем искать животноводческую ферму. Ну все, поехали. Очень жарко. Шапки мы не взяли. Как-то не подумали. Крем от загара тоже не взяли. Но у меня есть в машине меховая шапка с бубончиком. Такой уголок. Картины. Это директор. Лошадки. Привет, лошадка. Здравствуй. Пони видела? О, Лиля, пони это для нас. Я и сказала, да. Таких... Один на троих. Для таких коротковатых, как я. Она тебя полюбила. Она мою морковочку унюхала. Ага. Ты морковочку унюхала? А вон еще одна лошадка. Вы что он орет днем? Он должен утром орать. Привет. Петухи какие волосатые. А ноги, смотри, ноги у них. Ты смотри, а. Ой, такса, такса, такса. Длинная. Ой, как я люблю такс. У меня было 3 таксы в детстве. Да поняли, мы поняли идею. Пойдем туда тогда, куда же. Пошли. Вот, начальство за столом сидит. Привет, собака. Такой точно, как в холёт в пустыне, там мальчик и девочка. Риджбек. Такие лапы у него мощные. Хороший. Понятно, что так показать. Классно там, да? Как мои коты примерно. Да? Мы обсуждали, как мы будем на лошадь залазить. Я говорю, надо стульчик подставить. Зоя объясняла технологию. Надо, значит, в левую ногу засунуть ногу. А, в левое стремя засунуть ногу. Правильно. Потом левую ногу в левое стремя. Потом, типа, подтянуться и ногу перекинуть. Только мы с Лилей спрашиваем, а первый, так сказать, этот, первая часть, а ногу задрать на стреме, это как вообще? Короче, нам стульчик подставят. Кстати, какая люстра висит, шандалир. Ой, я буду снимать, как вы будете на лошадь залазить. Да, конечно. Видео займет 1 000 000 просмотров.
девчонкам рассказала, что не про нас будет сказано. Моему дедушке в кавалерии лошадка выбила 4 зуба передних в молодости. А мы говорим, зубы не страшно, только бы не глаз. Глаз, глаз. И очки, очки. А вон девочка как ездит, красивенько. Коняшка такая. Слушай, ей не жарко в таком... А что делать? Нема, тоже такое на тренинг? Да не, у нее такая... А почему? Это просто так? Ничего, есть такие, которые... Такса на руках, ричбэк в ногах. О, котейка. Она недавно, ну, какие-то свои же, знаешь, это все-таки такая морока, своеобразная. Она недавно выпустила видео, что она... Привет, котейкин. Привет, котейкин. У котейкина ухо подрезано, он кастрированный, или она... Котейкина. Тетка. Наши люди, наши люди. Да. Она не сильно. Девки в фашистских шлемах. Нет, мы заправские такие наездницы. Ухи у меня не влазят. Ты себя тоже снимаешь? Да. И хвостик не улез. Вот она, моя любовь. Видно, что собаки очень кожаные. Да. Эти да. А овчарка тут она... Сейчас самое интересное. Сейчас будет Лилька на лошадь залазить. Катюня, как же я люблю такс. Маленькая, ты хорошая. Пошли. Я себе обязательно куплю собачку. Я разговариваю сама с собой. Пони. О, лошадок выдают. Исходя из моей биографии моего деда, за лошадкой стоять не надо. Зойка, а можно им уже морковки отдать, чтобы это, чтобы, нате вам по морковке, а то мне нужно место в сумке, на, Лилюш, выдай, это не тебе. Туда шамар. А кому давать, она скажет, кому, на кому поедет. Да. А на той лошади дома ездит? Нет. А это ты для нас, да? Как вас зовут? Меня Зоя. Зива. Зива. Да. А? Я могу купить. Зива или Зоя? Зива. А, Зива. Официально Зива. Ты зачем морковку выдай? Морковку верни лошадке. Не, наоборот. Ей дай, она будет добрая к тебе. Ва, на дорожку, на дорожку. Пальцы, пальцы. Нет? Раскусим? Давай, ну жуй. Лилюшка, а, надо пополам ломать. Серьезно? Да. Да. Так и сделаем. Сейчас, когда мне выдадут. А. Посмотри, на посмотри, видал? Ты заметила, как она это сделала? Прям как практически Д'Артанья. Зоя, слезь еще раз, мы не увидели. Практически Д'Артанья. Нет уж. Меня не вздумай снимать, это народ-то там описывается. Да я только и жду, когда ты будешь залазить.
Лошадку зовут Сар. Он гнедой. Это для блога. Спасибо. Для мужей, чтобы знали, что мы, так сказать, мы не шлялись. Не шлялись, да, в ночном клубе, а мы... Лиль, какую ты хочешь? Это, да? Ну вот. Она, наверное, такая, меньше, чтобы меньше сменяли. Отойди от лошади. Окей. Сейчас, Лиля, ты будешь звезда Ютьюба. Нет, я ей тоже дам морковочку. Коля кого. Пожалуйста. О, хорошая. Это девочка? Угу. Вот, хорошая девочка. Молодец. Так, приготовьтесь ржать. Залезать? Ну, давай, Лилюша. Не посрами отечество. Так. Ура! Чуть покороче, да? Ух ты! Слегка. Ты ж как ташкентская женщина, должна была на верблюдах привыкнуть ездить. Это то верблюды, а то... Спасибо, тоже самое расстояние. Да, да, да. Вы не... смотрите, вот так вот делаете ноги. Так. Не, не так. А наоборот, да, шир. А, ну это я шар, это да я шар. Если можно, пожалуйста, вот с этой стороны. Может, не вышло. Так, это моя лошадка, да? Я могу ее уже выдавать. Лошадка, на тебе морковочку. Кушай. За холстина. Сейчас у меня обеденный перерыв. Кушай, мне еще одна. Хватит, да? Нафиг. Тоже плохо перед. Все. Это мы не будем снимать. Это секретная информация. Наоборот, будем. Ты же меня снимаешь. На. Хочешь меня снять? Только ты так, то, мою не толстую сторону. Бодину, да? Уже снимает Марьян? Да, да. А я, наверное, ногу не задеру. Нет. Не те более. Ну, я фемеот, я фемеот. Марьянка, я выключаю, потому что меня увезли. Они сейчас понюхались, поздоровались. Направо, налево. А, подтягивать это ее? Не надо тянуть, чуть-чуть. Ну что, поскакали в этот за подвесками в Лондон? Рега, держать все время? Да, в принципе. Ты, в принципе, должна держаться за эту фигню. А, по, а вожжи это только если повернуть. Я решу по ходу дела. Опустить? Дальше больше. Окей. Или можно вообще не... А как мою лошадку зовут?
Голан? Это мальчик? Голан! Хороший! Хороший мальчик! Скажи, куда ты в такую жару на меня вперлась? Вон Зойка красотка! И Лилька красотка. Чтобы мог подумать. Бабка на лошади. Так, не наговаривай вот. Надо это вот. Жарко, серьезно. Печет хорошо. У нас такой ковбой, наш ведущий. Зойка нашла такого красивого мужичка нам. На вороном коне? Ну, да. Давай, давай. Голан. Давай. Что-то не хочет он ехать. Давай, давай. Догоняй. А нахну не давно. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Сейчас мы его пришпорим. Голан, ну, давай. Давай. Давай, дорогой, время на рысь переходить. Мы тут рысью пробежались немножко. Кен, ну что, умакшивли? Хазаку являли. Петах-тыква. О, покушать надо.
трясет, но тоже есть. Кого ты снимаешь? Тебя. Такие заросли тут. А? Заросли такие. Да, короче, наше лето сухое. Красивого мало. Поднимается вперед, наклонись. А, наоборот. Хорошо. Да. Мы в горку идем. Давай, Голан, давай. Он, наверное, думает, наела, блин, 70 килограмм, а я тебя должен катать. Мой конь пофигист. Кусты залазит. Быстро передвигаться не желает. Потому как ему жарко и все ему надоели. Да, Голанчик? Все сухое и выжженное. После того, как мы лошадок помучали, Вилюша, да. Сейчас мы тут самое время. По 15 калорий. Калорий, да. Глаза-то не показывай. Не. Это как-то бутафория. Да, это привезли, это мои трума. А внимание, мое. Оба. Здесь чашки вытекают прямо. Это вот вкусное вытекает, да, смотри, о, водопад о, прямо. Аппетит вытекает. Калории вытекают. К Зойке домой зашла по делу, и она мне показывает интересное. Она занимается вышивкой, и вот оказывается есть миллиард всяких цветов, и у нее такая библиотека цветочная. Зойка, правильно говорю? Правильно говоришь. Вот так... Нитки, которые еще с советских времен остались, которых уже никто не помнит, какие номера, но не выбрасывать же такое богатство. Да обалдеть, раритет. Раритет, да. Какие оттенки. Короче, Зоя купила коробку в Икее. Это файлы, которые она отрезала. Канцелярские отрезала. Сделала дырки 8 мм дыроколом. И вот так вот привязала все ниточки по цвету. А еще есть вот такие. Сейчас подожди, да. Я сейчас покажу. Это у нее еще с доисторического материализма нитки остались. Она их привезла. А кто у тебя, мама вышивала? Кто тебя занимался? Мама, бабушка, тетя. Представляете, осталось. Бабушки, мамы, нитки остались, она их привезла сюда. Да я и сама в детстве баловалась. Обалдеть. То есть этим сколько? Больше 30 лет получается. Нет, эти уже более новые. Вот эти, которые вот эти? Тут, вот эти это старые. Да, больше 30 лет. Больше 30 лет. Даже лет 50, наверное. А Мулине это была фирма или название ниток? Название ниток. Но вот сейчас они... Мулине это, по-моему, фирма. Французская. Офигеть. Это китайские нитки, но такие цвета. Медитация, цветотерапия. Да. О, вот это современные нитки уже. Самые что ни на есть. Французские. Французские, опа. И вот у нее такая, значит, изобретение такое. Это не, такие не мое, не мое. Пляшечки такие, пляшечки. Они вынимаются, каждый рельсик. Нумеруется, и вот в зависимости от... И тоже ей нужна коробочка, и будет вот такое вот интересное совершенно изобретение. Обалдеть. А теперь покажи нам, что ты вышиваешь. Вот в этом мешочке еще советские нитки с переходом цвета. Еще с тех времен вот остались. Слушай, это ж какие... Что тут написано? Такие написано Мулине. Ну, а кроме Мулине, по-моему, ничего и не было. Ну, да, они все назывались Мулине. Да. Такие не разобранные. Показывать ли не должны. Вот, а это, собственно, работа. Оно на таком каркасе натянуто. На раме профессиональной такой. И вот, вот так вот это все расшивается. По старинной схеме рисунок. Обалдеть. Какая кропотливая работа и какой переход цветов. А вот эти кончики ниток, что у тебя торчат? А потом зашьются, отрежутся.
Ага. А узелки ты делаешь, конечно, с той стороны? Не делаю узелки. А как без узелков? А, есть система, да, как ты подсоединяешь нитку и без узелка? Ну, не совсем. Эти зашиваются кончики поверх этих ниток, кончиков, которые на этом. Те, что наизнанке. Когда приходит другая вышивка, она покрывает те нитки, которые протянуты с изнанки. Тогда, и они остаются как тогда, бы, да? Да, остаются там закрепленными. Вот такая вот красотень. О, а это готовая работа. Такая терапия цвета. Это дух. Классно. Сколько по времени вышить такое? Не знаю, я не считала. О! Печкой, фонарик. А это такой готовый набор. Тут были нитки готовые, да, схема и сам ткань, эта, да, ткань, и ты как бы на ней уже по схеме. Да. Кстати, вот эти тоже готовые шивают. Наборы, эти тоже по набору. Это тоже был набор готовый. Такая цветотерапия, конечно, мощная. Да. Короче, девочки, перед уходом домой я должна вам такую лапу показать. Это кухня. Это вот такое вот стекло. Это же стекло, да? Стекло, да. Это я не буду открывать, как бы, но очень покажу. Это вот это все лапа. Вот, вот она открывается. Да. Это обалдеть. Просто. Теперь объясни мне, откуда рисунок. Откуда рисунок? Из каталога фирмы, которая они... делает вот это стекло. И здесь скомпоновано из нескольких рисунков. Сумасшедшее дело. Или фрагменты поменьше, я попросила скомпоновать. Супер. То есть получается вот шкафы просто как бы серые, да? А тут идет вот такой вот рисунок мощный. Нет, это вообще... Я тебе, Зоя, скажу, ни у кого я такое не видела. Честное слово. Супер. Просто как вот сидишь себе во Франции. Вот и мой муж тоже говорит, что когда он на кухне, он чувствует себя как в Париже. Как в парижском кафе. Да, точно. У меня здесь еще тут цветочки вот всякие в окне. Вот.